Всем привет, дорогие друзья, мы на канале Лео Камерамен. Сегодня мы будем играть в новую игру Sigmar Legacy. Sigmar Battle. Подожди, мне что я чавкаю, я просто хаваю тут немножечко. Погнали. Ну, совсем нубик. Шоп. Магазин. Это не тот магазин. Это вот. Это что такое? А вообще он мне какой-то великан. Грифон. Золотой капитан. Хилочка. Короче, ладно. Где никого нету просто. Лучше еще кристалл. Я буду лучше обрыда копа. И... Погнали. Чтобы играть, чтобы возразить, то моя такая. Персонажем! О, давайте так будем играть. А нет, чтобы она была не стоим. Вот это где? Я не могу играть персонажем. А видишь, как обычно юниты выходят? Все, пошел. Ого, замковое это, да? Давайте мы должны завалить статую. Еще пишу в комментах, какая игра это или Sigmar Legacy? Мне кажется, что Sigmar Legacy будет. Вы еще эту игру поняли. Беги! Победа! Виктория! Клопки плохо. Ты же мне на вашу взяли деньги, почему нафиг? Как же могу? Хочу. Или в следующую? Давай. Юра, да как так дорого стоит? Давай рудокопа сделаем. Ого! Мы появились в пустыне. Блять, великан? Бля, грифон есть! Давайте на следующем уровне мы испытаем грифона. Это какая-то легкая игра за один уровень, то еще 400. Я буду чего оценивать. У нас грифон есть. Вызываю грифона. Да.
Вот идет такой гамадрилка. Вот фигурки у него какие-то. Какой-то грифон с него маленький. А он, наверное, супер сильный. Параверный маленький, но он, наверное, сильный. Правильно? Бутыщ! Пошел нафиг, грифон! Этот грифон справляется? А грифон ничего почти не делает. Бутыщ, грифон, давай, ты же мощный! Вот еще идут вещики на помощь. Грифон! А вот еще выходит. Подожди, грифон тоже отступает? Ну, пусть помогут. Давай тут атаковать. Грифон толкуй! Кажется, грифон. Грифон толкнет. Так я дожил же атаку. Наши выдачи тут у нас грифон. А он такой неплохо. Какой-то он слабый или кто? Блин. Так, грифона сильно покоцали. Что ты не бьешь? Наверное, места нету. А, быстрее ходил из наших мечников. Надо, чтобы грифон не сдох, хотя не сдох, он слишком большой. А размер не имеет! Победа! Прикольный был грифон. Так я могу же, у меня же деньги есть. Сейчас размер только 100 т. Подождите. Тут еще один. Так, тут я не могу. Точника, надо 5 тысяч. Я уже не знаю, скоро у нас будет гигант. Почему капитон называется копье? Это что? Копье без человека, это же капитон. Но эта игра, мне кажется, лучше, чем Секурлик. Прикольная. Ну, грифон хорошо только был. Вау, что у вас так много вышло? У меня копа. Туда копы тоже же люди. Ну и всё. Давайте супер рудокоп теперь это. Давайте. Гасите всех. Я запись включила? Я включила. Давайте. Пацанчики, какие же, почему он такой сильный? Вы болеете, напиши в комментариях, а, ты дюйтов всего можно сделать? Что с тобой не ломается? Прочная статуя. Давайте. Внимание, враг вызвал подкрепление. Отступаем, сдохнем. Орелана победим. 4 лучника. Лучники пуляют по нашим, но справляются наши. Что-то все дохнут.
У нас 2000 да, мы пока что сделаем никого. Офигеть! 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 Били-били! Вызываю! Да, пацаны! Их лучики всех выносят! Что твои эти дебильные лучики, я не понимаю. Все вам пипец! Давай! Офигеть, еще лучики, да, издеваемся! Вот это бой, только уже третий левел, а бой безумный. Скоро тоже будет лучник. Не плачь тут. Лучник сам мало стоит, это мне очень нравится. Быстрее, быстрее, быстрее. Опять наших перебили. Наших как-то слишком легко бьют. Так, выходим! Давайте, давайте! Все, лучники, не даром вам! На этом левеле нужно было Грифона призывать. Победили! Да, ломайте статуи уже, блинчики. Эти его лучники решают все. Опять перебили наших. Если бы я мог играть, то все было бы хорошо, быстрее вещики. Как делать так, чтобы этот тип сдох? И чего делать у меня? Давайте, давайте, пацаны, не сдаемся! Не сдаемся! Давай, мужчиков не успеваем валить мы, блинчики. Где все, почему, а вот. Почему вы все такой с каким-то одним человеком? Вы что, дебилы совсем? А то, что мячик так мало стоит. Если бы, например, как коллега 125 стоил, у нас были бы проблемы. Но он слишком мало стоит. Он уже 10 тысяч золота почти. Не могу играть за это. Давай, выруби лучше. Лучше кого рубить, я не смотрю. Давай, 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 давай! Вот лучник, если бы его вырубил, то все. Вот телефон или планшет или компьютера. Ты бабок, давай. Вырубили этих двоих. Офигеть, сколько лучников. Чел издевается надо мной. Вот и дом. Вот его печников сейчас нету. Ну парочку хотя бы до лучников победите. Где мозги ваши? Забыл, какой-то слишком сложный. Все, лучника пипец. Да, мы лучника убиваем. Лучники дохнут. О, лучники, да. А, лучники дохнут. Он еще вызывает этих лучников своих. Чего вам стоит только 30 юнитов? Все, давай, давай, убейте того лучника. Да. Все, сдох тот лучник. Сейчас будем статую гасить. Давайте, вот еще и тут. Вот еще.
затеваилось тогда. Оп. Блин, как это так откидывает? Ладно. Ну-ка, в защиту. Всех разбомбили! Замок! О, они отступают. Что? Это... Они там бутылки. Я их купить не могу, к сожалению. Да. Ладненько. Я не понимаю, как заводить статую. Быстро, быстро, быстро. Давай, все, лучики, вам кирдык. Все, лучика вырубили. Он делает зову. Я делаю зову лучиков. У нас сейчас будет 20 тысяч золота. Ну, помри ты! Помрите все! Я буду давать, ну давай, ну давай, ну давай, ну давай. Ой, извините. Так, ладно, все, отступаем, отступаем, отступаем. Опять в атаку. 8 минут битва длится уже. Ну тут все нормально, будет. Вот. Тут новых вызывать, я тоже тогда новых буду вызывать. Без остановки. Пока они проходят, вот в чем проблема. Все, ломайте статую, пожалуйста. А что много лагает. Я за даму прошу, ломайте эту статую долбаную. Что делать, чтобы... Что делать, чтобы они сдохли? И вот этого вот объясните. Да и какие-то супер бронированные. Вот идут новые. Сколько мы их гасим, они не дохнут. У нас 20 тысяч золота аж. Я не понимаю, ну что, бессмертная. Да каких рудокопов мне эти рудокопы нафиг не нужны? А, рудокопы же тихо. Да блетчики. Все. На разку! Логика, друзья, по рудокопам виду садуть. Эврика. Я могу скоро победить во всем бою, понял я. Короче, я не понимаю до сих пор. Я попробую пройти этот левел. Если вам понравился этот ролик, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока. Подписывайтесь на канал. Ой, извините, подписывайтесь на канал.